чего играю. Но я просто получаю от этого вида спорта удовольствие. Хожу на лед, и я чувствую в своей тарелке. Когда не нервничаешь, все получается. Если начинаешь нервничать, то игра пропадает. Конечно, надо, чтобы был характер, что без характера нечего делать в спорте. И игрок должен быть амбициозным. Для каждой игры просто надо поймать свой кураж. Ты выходишь, в принципе, победить, не проиграть, самое главное. Переживаю, конечно, по поводу вот, каких ситуаций, в которых я сыграл плохо. Стараюсь проанализировать, конечно, момент с первой очереди, а потом уже забыть его. Я думаю, это делают многие люди, но все зависит от темперамента человека. Пришли новые ребята в команду, в том числе я, и мы должны составить хороший коллектив, чтобы достойно выступить в этом году. Силовая борьба мне очень нравится, то есть это силовые приемы, красивые, это очень сложно выполнять. Хоккей – это моя любимая игра, мне нравится в ней все. Бьется, когда каждый игрок за свою команду, конечно, это ни с чем не сравнимые эмоции. Ты играешь на команду, ты не можешь подвести команду, должен до конца сыграть этот момент и эту игру. Я думаю, что «Атлант» — это азартная, быстрая, интересная команда, которая играет в яркий и эмоциональный хоккей. Есть твои партнеры, есть люди, с которыми ты можешь поделить победу. Ты играешь в команде, ты находишься в семье, и ты выигрываешь вместе с семьей. И мы добивались своим потом, чтобы выигрывать турниры, добиваться каких-то успехов. Это тяжелая работа для настоящих мужиков. В моей карьере настала новая жизнь, можно сказать. И я все сделаю для этого, чтобы я хорошо выступал за «Атлант». Когда команда ведет на лед, и, знаешь, мы все видим, что 7 тысяч болельщиков болеют за нас, тогда я чувствую, это твоя игра.